Алексиус. Дарий. Я слышал, как ты подошел. А я и не скрывался. Рад тебя видеть. Они скучали?
Мне бы так хотелось остаться здесь. Мы с тобой не можем без приключений. Я долго хотел добраться до Персии. Мечтал о ней. Но родительский долг важнее мечтаний. Нельзя бросать семью. Как там мой сын? О, Алексиус, Элпиди в ужасной опасности. Он пропал? Что? О, они играют в прятки. Опять? Знаешь, когда Нима была маленькая, она тоже обожала эту игру. Как дела? Привыкаем жить на одном месте. Это сложнее, чем ты думаешь. О Бордине что-нибудь слышно? Ничего, все тихо после случая с бурей. Я бы сказал, слишком тихо. Элпидий там же, где обычно. Он любит этот пляж. Иди найди его. Конечно. Я за тобой, Дарий. Идем, пляж вон там. За тобой не угнаться, Дарий. Может, ты стареешь? Я видел стены огня, небо черное от стрел. И больше чудищ, чем сам Геракл. Но быть отцом страшнее всего. Это бой другого рода. Ты справишься, Алексиус. Все идет хорошо. Куда же подевался Элпидий? Элпидий! Папа идет тебя искать. Элпидий любит плескаться в сосудах с водой. А может, мой маленький воин прячется здесь? Да нет. Шатер. Мы как-то спали в таком и смотрели на звезды. Наверное, он здесь. Здесь нет. Как хорошо он умеет прятаться. Элпидий с мамой могут прятаться в этих обломках. Ну-ка посмотрим. Ага, вот ты где! Ух ты! Твой папа могучий Мистий. История о том, как он тебя нашел, войдет в легенды. Заплати Мистию за его героическую помощь. А, оплата все та же. Вот ты и дома. Я скучал, любимая. По вам обоим. Как тут мой маленький воин? Много было приключений? О, циклоп! Ну и ну! О, сколько-сколько, Афинин! Ничего себе! Ты превзошел самого Брасида! Ну, хватит. Ну, как вам тут? Безопасно, спокойно, тихо. Только вот аппетит нашего воина все растет. Такой жадина. Мне написал Дарий, говорил о каком-то празднике. Мы решили устроить семейную встречу. А какая семейная встреча без славного пира? Мы с Элпидием зажарим кабана, да? Кабан, как в тот раз. Мы с Алексиусом поищем моллюсков. А мы разожжем костер.
До встречи, мой воин. Идем, Алексиус. Наконец-то мы сможем побыть вдвоем. Похоже, Дарий рад нянчиться с Элпидием. Появление внуков меняет людей. И как только ты разглядел Лобис за этой бородой. Элла! На! Как думаешь, кем станет Элпидий, когда вырастет? Продолжит ли дело семьи, станет мистием и будет странствовать по Греции? Это неплохая жизнь. У меня есть лодка, даже корабль. Он станет кем захочет, и он всегда будет нашим сыном. Тихое местечко. Тут не глубоко, как раз для Элпидия. Давно я не ел моллюсков. Проводить с тобой время вот так. Мне так нравится. Мне тоже, Алексиус. Мне тоже. Ну, как думаешь, на кого из нас похож Элпидий? Наверное, ты права. Для пиршества хватит. Надеюсь, другим тоже достанется. Пойдем к утесу, пока отец не вернулся. Хочу тебе кое-что показать. Утес вон там. Пока рядом Элпидий, нам не удастся побыть вдвоем. Он очень требовательный мальчик. Весь ваш сам. Вид просто... бесподобный. Ты что-то хотела мне показать? Может быть. Так чего мы ждем? Не будем терять время. Я не растерял свой пыл. Было чудесно, но я позвала тебя не поэтому. А. Ты должен это увидеть. Вроде какой-то талисман. Давным-давно мне отдала его мама. Сказала, что он убережет меня от бурь. Она была права. Ведь ты здесь. Жаль, мы с ней не знакомы. Теперь он мне больше не нужен. Нима! Я никогда не брошу вас с сыном. Даю слово.
Я знаю. А вот и он! Мой большой мальчик! Элпиди хочет есть. Конечно, они с дедушкой потрудились на славу. Ну зачем? Завтра он может поспать подольше. Пусть отдохнет. Сегодня был длинный день. Я пойду с тобой. Да ладно. Элпиди, попрощайся. Ну, почти. Нравится возиться с внуком. Дети — это чудо, но столь сильные чувства меня пугают. Не разбалуй его. Поздно. Ну что, нравится спокойная жизнь? Не скучаешь по странствиям? Слишком спокойно. Я привык к рыку волков, шелесту клинков, доставаемых из ножен во тьме. В Димах слишком тихо. Это она, Дарий. Обычная жизнь. Дарий! Бежим в деревню. Живо. Ну! Элпиди! Ну что, поехали.